Всем привет! Наконец-то я снимаю видео утром при солнечном свете. Абутилон Белоснежка. Такой красавчик. Цветочки белоснежные. Солнце вообще прям жгучее. Сегодня у нас 6 утра прям светит. Я на табуретке стою. Очень высокий абутилон. Сверху показываю молочай миля. Белый пока не цветет. Крупный. Отцвел. Пеларгония. Отсвечивает, ничего я не вижу, что показываю. Абутилоны. Желтый лютик зацветает сорт. Бутончики. 3 бутончика, по-моему, там видела я. Или 2-3. Не знаю, хватит ли сил. Тут еще бутилончики. Молочай мили красный. Сверху хорошо очень видно. Белый отцвел, красный цветет. У меня еще 2 новых есть. Молочайки мили. Они уже адаптировались. Я их покупала где-то 1,5 месяца назад. Может, около 2 даже месяца назад. Можно их было, конечно, сейчас сюда поставить на балкон, но у меня места нету. Они солнечное место любят. Тут у меня все завалено. Пеларгоша зацветает. Разобудные. Ред Рамблер. Красные розочки будут. Бегония моя красная. Да, солнце сильное, конечно. Я вообще ничего не вижу. Там у меня еще пеларгоша. Айс Роза сорт. Прыщелистная. Листочки повесила у меня бегония, детка, на солнце. Она после пересадки 1 неделю назад пересаживала. Кактус. Вот сейчас 30 градусов уже. Время немножко отстает. Где-то 8:30 сейчас. Утро. 43 влажность.
30 градусов жары. Орхидейка, красавица моя. Расцветка вообще обалденная. Сейчас вот передается цвет на солнце. А то обычно вечером снимаю, цвет не передается. А сейчас прям точь-в-точь камера показывает. Это просто я вам на солнышке захотела показать балкончик свой с растюшками. С утра пораньше. Лабелия. Не передается цвет. Тот фиолетовый показывает. На самом деле оно темно-синее. Хойка Кэрри. Красотуля. Кариса. Елочка, Раукария. Сарапегия. Орхидейка Котлея. Сарапегия варигатная. Там хойки, их плохо видно. Шлюмбергера. Эпифилом, лесной кактус. Еще одна котлая орхидейка. Фуксия. В этом уголочке у меня фуксии стоят. Вот так цветет саженец. Сейчас попробую повернуть. Надо полить. Пить хочет. Есть лишние саженцы на продажу. Фуксии такой.
Схинантус. Пока не цветет. Шевелюрку наращивает. Молочай. Сенсивьерия. Даже на нее солнышко сегодня светит. Очень мне нравится этот сорт. Яркий, насыщенный, зеленый такой, темно. Фация варигатная. Орхидейка. Тут традисканцы и сансевьера. Ну, на этом, наверное, я буду прощаться со всеми. Всем желаю всего хорошего. Пока-пока.